Всем привет! Если вам где-то попадется вот такая вот катушечка, не спешите ее выбрасывать. Из нее можно сделать отличный табурет, как для гаража, так и, допустим, для рыбалки или походов. Она легенькая, очень прочная, можно сказать, неубиваемая. И займет немного места в машине, допустим. Ну и сейчас я вам продемонстрирую, как это легко можно сделать. Буду делать из всякого хлама то, что попалось под руку. Итак, мне понадобится вот такая вот толстая пятислойная фанера, толстый поролон, какой-нибудь материал для сидушки. Вот у меня есть такой вот старый германтин, но он еще крепкий, прочный. Сейчас его отмою, с него и буду делать саму сидушку. Также потребуется крючок для прошивки германтина и капроновая нитка. Размечаю основание. Теперь при помощи электролобзика нужно вот этот вот круг выпилить. После того, как круг готов, его нужно еще немного обработать. Это можно сделать как вручную напильником, либо, как в моем случае, я буду это делать на гриндере. Ну вот, все скруглил, сгладил края и снял фасочки. Это будет верхняя часть. Теперь необходимо здесь вот засверлить три отверстия и посадить все это дело на саморезики. Сразу же большим сверлом сниму фаски, чтобы утопить шляпки вовнутрь. Теперь все это дело выравниваем. Нужно, чтобы вот отверстия попали вот в эти вот штуковины. И можно смело прикручивать. Вот что у нас получилось. Затем нужно отмерить и отрезать кусок поролона. Также вот по этому вот кругу. Можно с небольшим допуском, где-то миллиметров 5. И спокойно ножницами это все дело вырезаю. Вот такой вот кругляшочек получился. Здесь сильно точность не нужна. Это все равно все обтянется потом германтином. Отрезал от того германтина, который показывал в начале ролика, вот такой вот кусочек. Это и будет сама сидушка. В принципе, внешний вид мне не сильно важен, потому что это у меня будет табуретка в гараж. Поэтому тут красота мне не нужна. Также еще отрезал один кусочек. Это будет бортик. То есть здесь я оставил припуск на прошивку еще сантиметр. Теперь остается это все дело сшить, и табуретка, можно сказать, будет готова. Размечаю круг по размеру вот этой катушки. И теперь мне его надо будет обрезать приблизительно с припуском 0,5 сантиметра, чуть больше, чтобы можно было сделать шовчик. Вот такой вот кружочек у меня получился. Это и будет верхняя часть моей будущей сидушки. Теперь вот этот вот кусочек ленты нужно пришить вот таким вот образом. По вот этой вот нарисованной линии по кругу прошить и затем вывернуть. Чем сейчас и займусь. Начинать нужно не с самого начала вот этой полоски, а немного отступив, чтобы здесь можно было сделать потом шовчик вертикальный. То есть отступаю где-то сантиметра 2, прокалываем шилом. Сразу же надо отмерить где-то 1-2 метра нитки, поделить ее напополам. И с середины одеваем на крючок, протаскиваем и край полностью сюда протягиваем. Затем прокалываем еще одно отверстие, приблизительно я вот буду через сантиметр делать. Цепляем капронку, сюда ее продеваем, вот этот край вдеваем вот в эту петельку и это все дело подтягиваем. Дальше я вас утомлять не буду, сейчас все прошью и покажу конечный результат.
Вот такой вот шовчик получается. И вот так вот шовчик за шовчиком выравниваем край, отступаем сантиметр, прокалываем, продеваем вот так вот нитку, здесь ее подтягиваем, в эту петлю второй хвост заправляем и затягиваем. Когда весь верх прошит, вытягиваем во внутреннюю сторону петельку вот эту вот, отрезаем лишнюю нитку и можно завязать и заплавить зажигалкой. Кто-то скажет, нафига я из такого хлама делаю сидушку. Поверьте, вот эта вот штуковина у меня пролежала под снегом и дождем лет 10, и как видите, с ней практически ничего не случилось, поэтому я подумал, что и сидушка будет крепкая и долговечная. Теперь нужно прошить вот этот вот вертикальный шовчик. Прошивать буду точно так же, так что здесь, я думаю, ничего интересного не увидите, поэтому сделаю это и продолжим. Итак, друзья, кожух готов. Теперь остается сделать крепление, чтобы его фиксировать к самой табуреточке будущей. Делаю вот такие вот треугольничком надрезы. Потом вот так вот буду подворачивать и также здесь прошивать. Прошивать буду точно так же, таким же швом. Так что ничего нового здесь вы не увидите. Прошью и продолжим. Здесь уже делаю строчку поменьше. Не сантиметр, а где-то пол сантиметра. Ну вот, самая долгая и однообразная работа у меня закончилась. Все прошил. Теперь осталось собрать всю конструкцию в единое целое. Чтобы закрепить вот этот чехольчик на бухте, потребуется вот какая-нибудь веревочка, которую мы должны продеть вот в эти вот заготовленные лепестки. Веревка продета. Можно теперь смело выворачивать всю вот эту вот конструкцию. Вся вот эта вот грязь ушла вовнутрь. Больше ее никто не увидит. А у меня получился отличный чехольчик на табуреточку. Дальше укладываем туда поролон. Такой мягенький поджопничек получается. И теперь на заранее приготовленную катушку это все натягиваем. Вот что получилось. Дальше остается только это все дело затянуть. Как вы видите, я специально делал здесь уголком надрезики. При затяжке они стягиваются. Подтягиваем и завязываем. Вот такая вот простенькая табуреточка получилась. Как вы видели, ничего вообще сложного в изготовлении нету. Самое долгое — это прошивать вот этот вот чехольчик. Но если у вас есть швейная машинка, это займет минут 10, а не как у меня полтора с лишним часа. Как вы видели, собрал я этот табурет из полнейшего мусора, который не жалко было выкинуть, но он у меня пошел в дело. И теперь есть неубиваемая табуреточка, как для гаража, так и на рыбалочку. Можно брать с собой в машину, он очень легкий и очень прочный. Такой точно никто не сломает никогда. Так что, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Что-нибудь пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всем пока.